Друзья мои, вы знаете, для чего нужен шлем с бампером? Вот эта передняя часть, это так называемый бампер, который оберегает вас 100% от попаданий в область носа, челюсти и глаза. При любых видах единоборств, там, где вам будут наносить удары кулаком в перчатке, вы не получите никакого травматизма, потому что этот бампер 100% будет вас оберегать. Если вы не хотите уйти с тренировки со сломанной челюстью, со сломанным носом, с фингалом, то я вам рекомендую приобретать. Значит, качество этого шлема очень хорошее. Передняя часть, здесь стоит металлическая пластина, которая не сломается по-любому, как бы вы ни наносили удары. Высокопрочный кожзаменитель очень хорошего качества. Все швы четкие, ровненькие, никаких ниточек не торчит. С обратной стороны фиксация, липучка, что я даже одной рукой не могу разогнуть. Внутренняя часть у нас ткань, для того, чтобы не скользила и не потело лицо, впитывался пот во внутреннюю часть. Так что приобретайте 100%, ребята, не пожалеете. Высшая тема. И лицо ваше будет очень красивое всегда.